Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка «Медвежьего угла» Елена Горчакова. Сегодня 25 декабря 2020 года, последняя пятница года, и у меня есть отличный повод к вам обратиться. Итак, дорогие друзья, сегодня заканчивается 40% скидка на курс обучения травника 100 главных трав Руси. Только сегодня, до наступления полуночи, по московскому времени, как в полночь карета превратится в тыкву, и в полночь скидка исчезнет. И курс будет снова стоить 5000 рублей, как он стоил всегда, и как многие-многие люди с удовольствием его за эту цену купили. То есть скидка была приурочена к тому, что курс записан полностью. Она была такая праздничная по этому поводу, нужно было отметить. Все, отметили в течение недельки. Хватит. Значит, если вы хотите успеть и купить курс 100 главных трав Руси по цене 3000 рублей вместо 5000 рублей, вы должны оформить заказ сегодня, 25 декабря 2020 года, до наступления 0 часов по московскому времени. До наступления 26 декабря по московскому времени. Если вы успеваете оформить, значит, скидка за вами зафиксирована, но только на 3 дня. То есть вы должны оплатить этот курс в течение субботы, воскресенья и понедельника. То есть 3 суток можно оплачивать в течение 3 суток, и цена курса для вас лично будет 3000 рублей. А завтра, 26 декабря, стартует новая акция на курс для тех, кому тяжело купить за 3000 рублей. Курс будет как отдельный товар, то есть дополнительно, кроме того, что он продается целиком, естественно. Кроме этого, будет такая опция. Курс будет разделен на 5 частей и продаваться в рассрочку. То есть не то, чтобы я вам отдаю курс целиком и как бы даю вам кредит. Нет, ничего подобного. Вы можете потом, вдруг не понравится, можете дальше не покупать и так далее. То есть я делю курс на 5. Он и первый вариант. Товар стоит курс целиком за 5000. И еще стоят варианты товара. Это часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 и часть 5 курса, в которых курс поделен на 5 примерно равных частей. И каждая из этих частей стоит 1200 рублей. Таким образом, покупая курс 5 частями, вы платите мне 6000 рублей. Вот такая будет рассрочка, если хотите. Вот. К тому же, кроме того, я собираюсь выставить на продажу уроки курса отдельно. А в эти уроки вложено очень-очень-очень много моего труда, знаний, опыта. Какого-то даже осознания, если хотите, в каждый урок. Но они очень разные по объему, они будут очень разные по цене. То есть будут уроки, по 3000 рублей, и будут уроки по 100 или даже по 50 рублей. То есть некоторые растения из 100 главных трав Руси, я описала их коротко, и считаю, что этого достаточно. Это обычно те растения, у которых не очень много качеств, которые мы можем использовать в нашей травнической практике. А те, у которых огромное количество качеств, те растения описаны очень полно, те, которым посвящены несколько часов в курсе, те как бы мини-курсы по этим растениям будут продаваться, конечно, более дорого. Но все будет соответствовать, флот в соответствии с объемом информации будет разделено. Таким образом, будет у меня много цифровых товаров, посвященных 100 главным травам Руси. И эти цифровые товары будут выставлены в таежном магазинчике. В течение ближайшей недели, до Нового года, они все уже появятся. Вот. То есть, если вы ждете возможности купить урок по какому-то отдельному растению, допустим, или как-то еще чего-то ждете. Но, в принципе, конечно, вы можете подождать, пока я выставлю отдельно курс по этому растению. Но этот курс может оказаться Но цена этого курса может оказаться не одна сотая от цены в 5000 рублей. Вот. Потому что, конечно же, курс целиком, когда вы покупаете, я
специально установила на него такую цену, чтобы он был доступным. Чтобы доступно было тому, кто хочет стать травником действительно. Чтобы доступно было получить весь этот колоссальный объем знаний, измениться внутренне и дальше идти самостоятельно. Может быть, даже я буду выпускать какие-то еще курсы, может быть, мы будем вместе как-то на консультациях расти еще. Вот. Но самое главное, что после освоения курса 100 главных трав Руси вы можете реально лечить себя и своих близких травами, вы реально разбираетесь в травах, вы можете консультировать по травмам, ну и, в общем-то, все в ваших руках. И для этого курса достаточно. То есть, как я говорила, 100 главных трав Руси я выбрала по тому принципу, что эти 100 растений и грибов достаточны, чтобы травнику всю свою травническую жизнь работать, спасать людей и не выйти за пределы этих 100 видов растений и грибов. Кстати говоря, в природе, например, существует 300 тысяч видов растений и 600 тысяч видов грибов. Понимаете? А я взяла 20 видов грибов и 80 видов растений. Как вы понимаете, освоить всю флору и фауну земного шара за одну жизнь травника просто нереально. Да и не нужно, потому что есть 100 главных трав России, которые вполне достаточно. Все, мои дорогие, покупайте, изучайте, наслаждайтесь. Вот, а я постараюсь сегодня выдать вам еще какой-то полезный урок. Всего вам доброго!